И не просто по прямой, а змейкой. Это часто может пригодиться именно в полевых условиях, друзья, когда нужно поймать бычка. Там не только по прямой нужно скакать, но и резко менять движение. Конечно, на пастбище они змейкой ездят не для развлечения. Это не отпадение, это кнапы. А потом команды Николай Никулин устанавливает столбики, которые будут объезжать наши операторы. И сейчас мы увидим которую все члены команды будут выполнять по очереди. То есть это эстафетная гонка на лошадях, которую также нужно будет выполнить как можно быстрее, минимум максимально короткий промежуток времени. Как видите, дорогие друзья, умение держаться в седле актуально в нашем 21 веке. Несмотря на то, что у нас сейчас другие седла автомобильные, и там гораздо комфортнее ехать. Но если вы выбрали себе именно вот такую работу, это уже ваше призвание, вам это нравится, тогда нужно уметь не только ездить на автомобиле, но и держаться в настоящем седле наших русских ковбоев. Калининградская мясная компания, агропромышленный холдинг «Мираторг». Я бы сказал, как у настоящих ковбоев, даже платки. Причем это не для красоты, а просто когда в поле какая-то пыль, можно закрыть лицо себе, друзья. Конечно, вся атрибутика, она обоснована. Каждый аксессуар выполняет свою роль. Ребята подготовились, посовещались со своими лошадьми. Бывает и такое, да, друзья. Нужно найти общий язык со своей лошадью. За каждым оператором, естественно, закреплена своя лошадь. Потому что если они не найдут общий язык, то ничего не получится. Седоки готовы? Зрители готовы? Ваши аплодисменты! Начали! Ускориться и резко затормозить, обратно вернуться змейкой. Вот оно мастерство наездника, друзья, и все пригодится в жизни, в поле. Развернуться и снова змейкой пойти. Заметьте, все нужно делать быстро, очень быстро, иначе бычок убежит.